Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Rumbleverse на Xbox Series S. Весит игра 6,5 гигабайт. Давайте запустим, ну и посмотрим на саму игру. Игра оптимизирована под Xbox Series S и Series X и работает при разрешении 1200p и 60 кадров в секунду. Ну и также в этой игре есть рейтрейсинг. Это, кстати, прикольно. Игра от тех же разработчиков, что и Fortnite, то есть от Epic Games. Press N button, да. К сожалению, игра полностью на английском языке. Вам придется разбираться, что да как, самому. Поэтому есть такой небольшой минус. Игра абсолютно бесплатна, вы можете ее скачать в Microsoft Store. Для этой игры не нужна также подписка никакая, Live Gold и тому подобные подписки. Просто играешь без каких-то подписок абсолютно. Долгая загрузка здесь всегда в начале, но игра, если честно, стоящая. Это Battle Royale, только не совсем обычный. Как это, знаете, там по стрелушке, где-то нужно оружие лутать. Здесь все совсем по-другому. Здесь ты лутаешь максимум, что книжки для получения там опыта и тому подобное. Всякое, знаете, еду какую-то, бафы, которые вам будут улучшать там здоровье, выносливость, энергию. Ну и также можно подбирать, конечно, оружие, но это такие, знаете, палки, какие-то стулья. Это Battle Royale только в мире драк, как, ну, рестлинга, можно так сказать. По поводу вообще настроек, что здесь можно настроить? Battle Pass здесь есть, настройки всякие, видите, здесь все показано. Опять же говорю, на английском языке, это плохо. Это плохо. Даже, видите, здесь, если ты будешь выбирать язык, здесь английский какие-то, вот, сейчас я вам найду этот момент. Long English, испанский, французский, итальянский, японский, китайский, португальский, еще раз, немецкий, английский. К сожалению, нету здесь. И здесь, конечно же, кроссплей включен, как и в том же самом Fortnite. Типа вообще, по другим настроечкам, здесь, в принципе, я все по стандарту вообще выставил. Практически все, ничего вообще не трогал, но тут много тоже чего можно настраивать. Ну и гейм здесь, вон, видите, все по стандарту. К сожалению, здесь нельзя вывести... Давайте его нажмем play. Здесь, к сожалению, нельзя вывести счетчик FPS, как это можно в Fortnite. Возможно, в скором времени добавят, потому что эта игра только вот недавно, грубо говоря, вышла. Она новая, она свежая, поэтому, может быть, это все добавляют. 1200p, 60 кадров, но в моменты как раз-таки, когда вы приземляетесь, высадка происходит. Но здесь интересно тоже высадка, вас стреляют из пушки, вы летите и потом уже высаживаетесь в город. То вот как раз таки в этом моменте FPS просаживается где-то до 50 кадров, до 45 максимум. Это прям ощущается. Ну, вы это сами посмотрите, даже через видео вам будет это все понятно. Игра необычная, вот серьезно говорю, она такая, ну, веселая, необычная. Драки просто-напросто, бегаешь по крышам, он на крыше забирается, знаете, как, к примеру, Халк. Просто бьет в стену, забирается наверх. И так, кстати, все персонажи абсолютно. Здесь также можно персонажа менять, но это каждый сам будет делать под себя. Отлично, вот. Так, здесь, кстати, фризы. Это так и должно быть. Я, кстати, не знаю, почему, но только именно вот здесь в лобби начинаются какие-то фризы. Ну, давай, подеремся немножечко, разменемся как-нибудь. Чуть-чуть. Я сейчас покажу, как можно ползать. Вот видите, как Халк ползает по стенам. Рестлинг. Я же говорю, рестлинг, файтинг. Тут все в одном. Интересно, на самом деле, интересно. На. Давай его ударом обычным сделаем. Иди сюда. И не получил. Давай. И там по ходу действий, пока вы будете, ну, в самом мире уже. Матчи в самом... Очутятся, дай мне книжку. Вот эта книга как раз таки. С помощью этой книги ты изучаешь новые приемы, и там всякие разнообразные приемы можно изучать, и будешь больше урона наносить. Разнообразные уроны. Вот, класс, полетели. Да, помялся ты, посмотри. Веселая игра. Да, отлично, так, полетели. Все, летишь. И вот, видите, просадки ощущаются, чувствуется, что здесь уже не 60, а поменьше. И, кстати, подгрузки текстур тоже иногда присутствуют. Тоже непонятно почему, хотя игра... На внутренней SSD установлена. Она не должна так как бы подлагивать, подфризывать, про текстуры не должны так погружаться. Давай. Опа. Да. Сразу разбиваем ящик. Иди отсюда, блин. Сразу драка началась. Это прикольно, кстати. Я говорю, это так весело. Одна из веселых, наверное, Battle Royale, не считая, наверное, Fortnite. Вставай. Что-то разлегся. Видите, вот тоже звездочки собираешь для... всяких приспособлений позже. Да, куда ты?
Книгу поднимай. Нет, выбила меня книгу. Я говорю, тут даже за книги борьба идет, очень мощная. Так, давай мы сюда запрыгнем. И полетели. Не-не-не-не-не, давай мы убежим отсюда. Ой-ой-ой-ой, не нужно терять тут. Давай, разобьем, да, отлично. А что, где, что? А, стул только есть. Ну, хотя бы стула можно побить. Так. Давай мы это все собираем. Видите, рейдрейсинг, вот отражение есть. Такие же, как и в Fortnite. Движок тот же самый, поэтому здесь ничего такого не должно быть. Да, можно подобрать, кстати, вместо этого стула. Вот, золотой. Тут у нас что-то должно быть нормальное. Так. Пикап. Давай мы изучим. Отлично, мы изучили. Гранату возьмем. Пусть она будет у нас в рюкзаке. Палку возьмем. Да, видите, здесь палки есть также. Блин, отражение прикольно. Графон нормальный, кстати, здесь. Мы заберемся наверх. Поползли. Палку я выложил, она как бы сильно-то и не нужна. Я сейчас другое оружие найду. Так, давай мы изучим еще один прием. А зачем я выкинул? Тут иной раз в кнопках путаешься. Так, это я еще выпиваю. У меня, да, у меня хп становится чуть побольше. Сейчас мы изучим этот прием. Да, отлично. Теперь у нас прием другой изучен. РБ нажимаешь. Показывает, видите. Так, также у нас зоны здесь есть. Кстати, можно анимации также. Вот видите, у нас карта, зона. Почему-то сразу зона в одном месте. В маленьком. Может быть, это только начало игры, поэтому так. Странно очень. Так, надо восполнить хп себе, потому что у нас отняли уже изначально. Да, гранат у нас много, теперь эти гранаты нужно... Кстати, давайте бросим просто гранату. А это выпить. Да, у нас дамага плюс 10%. Да. Отлично. Так, давай это мы изучим. Ну-ка, что у нас теперь? А, то есть кислотой какой-то плюется. Так, давай мы еще себе хелспоинты увеличим немножечко. Да, 1200 теперь у нас. Отлично. Тут главное лутать эти ящики. Самые полезные вещи как раз-таки здесь и есть. РБ? Нафиг, она нужна эта книга. У нас другая способность хорошая. Так, давай еще. 10% плюс. Да, видите, у нас бафы в нижнем правом углу показаны. Выносливость. Ну, энергия. Вот сейчас, кстати, энергию я выпью. Да. На один будет улучшено, да. Выносливость, здоровье и... Рон! Не-не-не-не-не, отстань! Отстань, ты что, блин? И убежал, ты посмотри. И убежал. Хорош, что 20. Еще 60. Мне не нравится, когда вот эти вот захваты делают. Это так неприятно, блин. Куда он бежал? А, вот он. Иди сюда, куда ты пошел? Да в смысле, в смысле, в смысле? А, вставай, вставай, вставай. Да больно. Больно, очень много хп наносит. Очень много. Отлично, 60. Отлично. Мы его немножко оглушили. Хорош. А, супер мод, давай. Отлично, давай, давай, давай. Как замечательно он его мотузит. Где он? Иди сюда, иди сюда. Да блин. Почему он меня, а не я его взял? Это такой бред. Я опять не взял его. Что это? Почему? Да почему я не могу его взять? Он меня берет все время. Это же нечестно. Тихо ты. Отлично. Тут тоже опять же. Сейчас он опять меня возьмет. Да что это? Так нечестно. Ой, беги, беги, беги. Кидается. Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон. Не догонишь, не догонишь. Выносливость, кстати, это сильно тратится из-за этого, когда убегаешь от него. Поползли, 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 поползли. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. В смысле, у меня выносливость кончилась, я сейчас еще умру. Ужас. Так, давай мы выпьем немножечко. Урона еще. А, вот еще бежит, смотри. Так. Я куда убежал? Так, выпьем. Нет, не будем, не будем это изучать. Бежим быстрее. У меня хп 197 осталось. А хилиться мне вообще нечем. Вообще нечем хилиться. Это ужас. Я сейчас умру. Я сейчас убьют.
Нет, 32 хп. Пошел вон. Я не хочу умирать еще пока что. Так, нужно найти себе health point. Тут, кстати, один лежит, у него можно полутаться. А, отстань. Нет, я ничего не буду брать здесь. Мне нужно найти еду. Кстати, ну-ка стой, может здесь еда будет? Нет, еды здесь нету. Мне нужна именно еда. Так, мы выпьем это. Но это нам ничего не даст. 32 хп осталось. Это просто-напросто один удар, и все. И от меня уже ничего не останется. Так. А, все, мне в спину прилетел просто какой-то непонятный ящик. Ужас. Блин, прикольно. Прикольно, если честно, игра. Давай, спектейт, понаблюдаем. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра Rumbleverse на Xbox Series S при разрешении 1200p и 60 кадров в секунду. Приятное управление, отзывчивое. Также управление на геймпаде, кстати, приятное также управление на самом деле. Кнопки тут запутаться очень сложно, пару раз поиграешь и уже привыкнешь. Красивая графика, ретрейсинг есть, поэтому что еще нужно? Да и вообще необычный такой геймплей, знаете, чисто на файтингах. Это прям когда толпой, вот прям сейчас, когда в конце особенно остается много людей, интересно посмотреть. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить лайк, ну и конечно же написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Discord, подписаться на мой Instagram и вступить в мою группу в Telegram, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока и уже совсем скоро увидимся.